Привет, дорогие друзья, с вами Дарья, это CarIsCar Car 3, у нас новая машинка на Валентинов день. Ровно 7 дней осталось, хотя, возможно, когда ты прямо сейчас смотришь это видео, уже 5 дней осталось, а может быть совсем не осталось. В общем, торопись, ссылка на видео будет, ой, ссылка на игру будет под видео, под описанием. Так что скачивай, играй, пока не поздно, ты можешь крутую тачку выиграть. Сейчас я покажу, давайте в гараж пойдем. Заходим в гараж, вот так она выглядит, прикольно, я тоже хочу посмотреть на нем. Вот, она пока что батли, ребятки. Батли пока что заперта, но у нас есть шанс ее освободить. Я бы хотел это сделать. У нас осталось 13 минут удвоения сердечек. В общем, не будем разглагольствовать, а давайте уже приступим играть. Так, а мы вот на небе и на облаках с вами начинаем путешествовать. Так. Слушайте, у меня самая опять первая машинка попалась. Ладно, я сейчас это исправлю, покажу вам, как делать. Давайте с разными машинками поиграем. Вот на первую. Я даже воскрешать, наверное, не буду. Или буду, не знаю. Так, в общем, начнем с самой-самой простой. Потом будем разными ездить. Что-то взрывается. Что-то такое пикало. Так, ладно. Ладно, будем воскрешать. Будем все по правилу играть. Так, аптечку возьмем. Кыш, отсюда, кыш-кыш-кыш. О, ништяк. Кстати, по-моему, рандомно генерируется, потому что уже на 900 метров уже много сердечек. Раньше трассы, по-моему, такого не было. То есть есть трасса определенная, и ты просто с рандомного места начинаешь. Я так понимаю. Рекорд у нас 6000 метров. О, застрял, смотрите. Застрял колесами. Баг небольшой, ну, ничего страшного. О, смотрите, он на крыльях, он летает. Тоже ангел. Злой ангел. А, он добрый ангел, ребят, потому что полиция добрая. А мы вторглись, потому что мы злые машинки, поэтому у нас крыльев нету. Вон оно как. То есть они честные полицейские, работали в полиции. Мы тут взяли и вторглись, поэтому они нас хотят установить и правильно делают. Так, воскрешение. Появляемся и начинаем опять ехать. Потому что главная самая наша задача, как можно больше набрать сердец. И тогда все будет супер. Так, осторожно, кыш-кыш-кыш отсюда. Ну, времени у нас еще много, за 7 дней, я думаю, можно выполнить этот челлендж. Так, летим. Отлично. 1000 есть. Это уже нормально. 2600 проехали. Так, окей. Собрано 552, убито 700. В смысле, за то, что мы убиваем, нам тоже сердечки дают, что ли? Ладно, давайте идем на уровни. Сейчас я покажу, что надо сделать. Нам нужно идти в гараж. Идем в гараж, смотрите. Выбираем машинку, допустим, вот эту. Потом назад. Все, у нас машинка уже выбрана. Идем на Валентинов день и играем. Так, окей, погнали. Я готов. Вот новая моя машинка. Это вторая машинка этой игры. Такой вот комбайн. Ну что ж, поехали. Проверим тебя, сколько ты наберешь. Какая машинка, интересно, больше всего наберет сердечек? Если, конечно, времени хватит на все машинки, потому что от 14 минут еще действует удвоение, а потом удвоение закончится. И кто будет без удвоения набирать, конечно, тому не повезет. Тот меньше в любом случае наберет. Так. Кстати, комбайн неплохой, он такой компактный. И получается, что он все сердечки собирает. Слишком сильно подпрыгнули. Так можно все сердце пропустить. Ах ты, не получилось взять. Так, урочек. Так, немножко нитро возьмем, не помешает. Кыш-кыш-кыш отсюда. Эх, далеко. Ах, смотрите, собрал все. Хотя они были далеко расположены. Жизнь еще есть. Жизни 10, на 10% больше нам дают. Аккуратно, аккуратно. Они в маленькие машинки превращаются. Ну-ка, кыш. Так. Эх-то не получилось взять. Но сердце мы собрали. Вот, вот эта жизнь. Блин, было бы здорово, если бы мы ее взяли. Боюсь, не получится. Я не смогу взлететь на ровном месте. Если немножко назад, ну-ка. Я же всю жизнь так потрачу.
Может, мы зря это затеяли? Давайте попробуем подпрыгнуть, как будто бы. Вот, смотрите, нормально. Подлечились. Не зря пытались. Так. Кэш отсюда. Ах, ты не взял нитро. Вот, помешал мне облачко. Ну, ничего страшного. Мы уже 1000 собрали сердец. Нормально. Надо общее посчитать количество. Нифига себе, он мне как быстро размолол. Окей, мы вновь появляемся. И продолжаем двигаться. Нужно было с ним поаккуратнее. Надо было как-то его... Как-то бы его бомбами закидать. Только сзади плохо бомбы выстреливают. Кыш отсюда. Надо было вот так как-нибудь задницей повернуться и вот стрельнуть бомбу. Эй, почему у меня бомба не работает? А, все. В смысле? А, я не на ту кнопку жму, елки-палки. Вот почему бомба-то и не сработала. Так, осторожно. Кыш отсюда. 1500 у нас уже неплохо. Так, это хорошо, что я перепрыгнул. А, не получилось взять. Ладно, сейчас возьмем, постараемся. Нормально. Блин, все крутые ништяки пропустили. Все съели. Так, этого у нас получилось 1700. Идем на уровни. Нет, надо было в гараж все-таки пойти. Идем в гараж. Выбираем другую машинку сейчас. Выбираем архивер. Выбираем, отлично, назад. Валентинов день, 5 минут осталось. У нас 20 тысяч, нам надо 100 тысяч. То есть 20% мы уже сделали, выполнили. Так, окей, я готов. Будет, что только вот это успеет, наверное, удвоение взять, а остальные нет. Ну, остальная, последняя машинка осталась. Так, тоже классно. Нифига себе, у меня просто пасть такая здоровая, прям страшная. И нитро у него как НЛО такое. Ну что, он прикольно подлетает. Другие так не подлетают. Так. То есть он может на ровном месте? Хотя нет, не может, не может. Ошибочка. Он только вперед может так же летать. Я думал, он может на ровном месте вверх подлететь. Но он такой, смотрите, весовый. Он может вот так просто поднять свой клюв и взять все, что угодно. Ах ты, не получилось взять нитро. Так, зря расхвалил. Одной машинка жалко, мы не поиграем. Пока что не сделали донат. Так, хорошо. Нормально едем. Кыш. Они могут реально очень быстро съесть вас. О, поддержка, моя группа поддержки. Чем больше сердечек соберете, тем больше шансов, что вы выиграете. Выиграете эту новую машинку. Я не знаю, будет ли она как-то по-другому даваться или нет. Или она только в единственном экземпляре, и больше ее нельзя будет получить. Кстати, уже миллион игроков играют в эту игрушку. Я помню, когда я снимал первую серию, в нее еще играло, ну, там всего лишь меньше 1000 было. 5000, потом 10000, потом 100000, я смотрю, уже миллион. Поздравляю разработчиков, молодцы. Возможно, будет четвертая часть, если будет так продолжаться. Активно люди будут играть, заинтересованы в этой игре, я думаю, почему бы нет. Ну, не знаю, все зависит, конечно, от разработчика. Я общался с ним, и, ну, хороший такой человек, общительный. Вот. А компания Smoke, я бы хотел продолжить снимать всякие игры от Смока. Я готов к сотрудничеству. Так, возрождение. Аккуратненько. Я первый раз, когда зашел, смотрю, розовые облака. Думаю, нифига себе, прикольно. Так, аккуратненько.
аккуратно, аккуратно, аккуратно. К выходным, я думаю, мы с вами сделаем, выполним челлендж, и у нас будет эта новая машинка. Я вам хотел бы ее показать. Я постараюсь, я так стараюсь. Так, 2000 у нас есть. Нам надо больше, больше, больше. Чем больше, тем лучше. Мы все сердце поглотим. Захватчики сердец. Конечно, сюда кушнуку. Ну, отлично. Вау-вау, нифига себе, мы разогнались. Прикольно, прикольно, прикольно. Я уже начинаю понимать эту игру. Так, примерно как играть. Нужно на одном уровне примерно лететь. Не слишком высоко, не слишком низко. Рекорд мы уже побили. Слушай, эта машинка хорошая. Вот-вот-вот, нифига себе. Тут куча-куча сердец было. Так, отличненько, 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 отличненько. Можно сразу 100 тысяч было бы собрать. Вообще все возможно, можно и за раз 1000 набрать. 100 тысяч, в смысле. Так, ну надо постараться. Это надо как минимум не 10 тысяч проехать, а 100 тысяч как минимум надо проехать, если не больше. А, все. Вот эта машинка сильная. Нифига себе, сколько полиции собралось. Да фига. Так, что-то 3200 у нас есть. Отлично. Давайте посмотрим уровни, посмотрим, сколько мы с вами заработали. Есть ли у меня еще удвоение? Все, удвоение закончилось. 27 тысяч у нас есть. Но, ребятки, мы идем в гараж. Я хочу попробовать все-таки опять сыграть той машинкой. Локомашины у нас нету, к сожалению. А, берсеркер. Вот, давайте сыграем берсеркер. Почему бы и нет? Для этого выбираем берсеркера. Идем на карту. Вот у нас берсеркер. Валентинова лихорадка. И начинаем играть. Так, ребят, только будем без удвоения. Вау! Что это такое? О, ребят, баг! Прикольно. Сердце, правда, не багованное. Но баги бывают. Иногда стоит показать баги. Вау-вау-вау, черный квадрат пытается нас уничтожить. Все понятно, верхнее это мое здоровье. И видите, оно тратится. Когда черная полоса исчезнет, то все прекратится. Так, прикольно, мы баг нашли. Так, я не знаю, почему. Все было нормально. Вот последняя машинка сейчас играю. Так, я думаю, у вас навряд ли будут баги. Это чисто случайно, потому что я до этого играл этой машинкой, и было все нормально. Рекорд непонятно какой. Так, ну давайте уже доиграть. Нам надо доиграть. Черные квадраты. Баги бывают у всех. Это ничего в этом страшного нету. Кто играл, допустим, не в Rust, а как же она? С Олегом Брейном выживали в эту игрушку. И забыл, как называется. Где-то там на острове, где они мальчика спасали. Там куча-куча-куча багов. Да, я не могу проехать. Дайте мне свободу. Так, ладно, в принципе, мне кажется, вам не очень интересно будет. Давайте без багов. Воу-воу-воу. Баги пока что не прошли. Ну ладно, я думаю, давайте не в видео это все пройду. Так, рекорд такой-то, расстояние такое-то, собрано столько-то, убито столько-то, всего столько-то. Черный квадрат Малевица. Малевица. Малевича. Боже мой. Так, ну надеюсь, сейчас будет все нормально. Окей, я готов. Давайте. Вот, отлично. Все хорошо. Теперь постараемся победить. Хочу 10 тысяч попробовать сделать рекорд. Это мне больше всего машинка нравится. Она прикольная. Ну, по внешнему виду, в принципе, и так она довольно-таки прочная. Я не знаю, правда, кто сильнее. Все-таки вот это, либо же машинка третьего... Ну, третья машинка в игре, которая... Такой тоже комбайн. С такими клешнями большими такими. Ну, по внешнему виду мне вот это нравится. Как будто бы такой нос, что ли, большой.
Ну, крутая тачка. Так. Кыш. Эти большие, они такие опасные. Очень легко вас могут съесть. Так, наши бомберы. Мне срочно нужно здоровье. Срочно нужно здоровье. Хилка, аптечка. Вызываю тебе аптечку. Вот она, отлично. Я вызвала, и она пришла. Так, аккуратно. Вот, поймали вот этот уровень. Поймали, хорошо, держим. Нет, слишком много прыгнул. Это не очень хорошо. Так, ну вот, примерно вот уровень держим. Воу, нифига себе, как много. Правда, все не получилось взять. Вот, тоже много. Отлично. Все мое. 1100 у нас. Причем без удвоения, да, это? Так бы было уже 2000. Так только 1000, потому что нет удвоения. Так, за рекламу тоже 1000 дают. Кыш. Меня чуть не съели только что. Теперь знаете, что мне надо? Сердечко. Возрождаемся и погнали дальше. О, замерло облачко. Ничего себе, смотрите, мы набрали почти 2000. А с удвоением это было бы, наверное, уже 4000, да? Да, 4000 уже было бы. Нифига себе, круто. Стоило даже взять удвоение, мы бы уже окупились, наверное. Так, ну ладно. Потом возьму обязательно. Так, осторожно. Вот этот вообще очень опасный. Он хаф-хаф, и все, и вас нет. Почти с двух ударов убивает. Ах ты ж, все, добили меня. 2700 заработали. Идем на уровни, давайте посмотрим. В общем, 30 тысяч есть. Я потом свои выходные обязательно подтяну и вам покажу серию, где мы с вами выигрываем эту машинку. Я прокачусь обязательно на ней. Так что подписывайся на канал, ставь палец вверх. Ссылку на игру оставлю под видео под описанием игры, потому что я буду следить за этой игрой. Если будут какие-то обновления или четвертая часть выйдет, ты обязательно увидишь это на моем канале. В общем, всем до скорого, ребят, пока-пока.